ну, как бы социалистической составляющей, справедливой конфликт. Есть другая? Есть еще другая, да? А, вот смотрите, происходят очень важные события на фоне всего этого, помимо там Украины и вокруг Украины. Вот сегодня, например, в парламентской ассамблее Совета Европы выступал спикер российского парламента Вячеслав Володин. И в своем таком жестком, очень коротком, очень хлестком выступлении он обратил весь мир на ту проблему, которая волнует и объединяет всех. Это на нашу историческую память, да, на то, что сегодня нельзя там ворошить могилы предков. Это то, что сегодня должно объединить Европу и всех вообще людей здравого смысла. То есть это означает то, что мы не просто не ворошим могилы предков, которые воевали против фашистской Германии, против нацизма, скажем так, да, страны-победителя, а то, что действительно это то, что может объединить всех сегодня, все. И он не случайно сказал и Украину, и Белоруссию, он прям перечислил страны, которые находились в этом зале. И это вот самое главное. Сегодня в Украине это не понимают.